Значит, по нашему учебнику на странице 272, пагина 272, подробнее, когда используется повелительное окончание, посмотрим чуть позже. Но могу сказать, что использование повелительного окончания совершенно совпадает с использованием повелительного окончания на русском. Чтобы приказывать, советовать, дать справку. Потом подробнее посмотрим на это. Очень часто повелительное окончание находится в рекламах. Бен, как раз. Иди купи. Иди купи, именно. Бен, леджи бен этикетта, говорит первая реклама у нас на странице 272, да? Хорошенько читай этикетку. Бен, вабе, сейчас. Allora, у этой девушки, видите, она не очень улыбающаяся, да, грустовато у нее вид. Как раз говорит, ми сенто джу, не так себе, мне не важно. Чувствую вниз вообще? Си, чувствую себя вниз. И друзья советую ей, что делать. Чтобы советовать, есть разные способы, один из них это повелительное окончание. О, это друзья, поэтому обращаются к ней на ты. Наша прямая форма повелительного окончания. Юлия, первый совет. Cerca di mangiare di più. Bene. Cercare не значит только искать, значит что стараться, поэтому... Постарайся больше есть. Sì. Иначе, худенькая она, значит, что... Потом она будет еще грустнее. Это вопрос в масштабе. Окей, Наталья. Тематика и проблемы. Си, приводи. Забудь. Си. Забудь проблемы. Проблемы. Вот, Жанна, отрицательная форма. Про меня. Много ворали, трогали. Си. Не работали много. Си, слишком много даже. Бе, тебе тоже отрицательная форма, Дмитрий. Ну, шумари, не кури. Не кури. Бене. Ольга? Камбиаре. Си. А это устойчивое выражение. Имеется в виду, поменяй обстановку. У нас воздух, но... Можно им поменять... Есть другое значение этого предложения, у этого фразеологизма. Камбиаре ария значит еще проветривать помещение. Но это не поможет сильно. Не сильно поможет, Юля, продолжим. Vivi all'aria aperta. Bene. Oggi in свежем воздухе. Bene. Natalia? Vado al dottore. Sì? Sì, al dottore. Bene. Сейчас закончим и объясню вам. Bene. Dorme almeno 8 ore. Sì? Спи, по крайней мере, 8 часов. Хорошо. Давайте сразу объясню, почему есть... апостроф. Это можно стереть? Посмотрим на пять неправильных глаголов. Это все еще прямая форма, мы сегодня на косвенную форму не посмотрим. Эти глаголы «фаре», «андаре», «старе», «дире» и «даре». Еще раз. Индикативо. И ниже будет.
imperativo. Kakielitsa, tu, noi, voi, tu, noi, voi. Beh, per la gola è da fare, vis-à-vis te nakaniene, fare, fai, facciamo, fate. Beh, voi. Pavite nakaniene, будет. Fa, facciamo, fate. Здесь на самом деле восклицательный знак можно и не ставить, потому что отличается. То есть и падает, и добавляется апостроф. Это особенная форма элизии, потому что не зависит от следующего слова. Всегда образуется элизия. То есть если нет следующего слова, то есть просто делаем. Делай. И точка. Фа. Все-таки. Bene. Andare, vi знаете что? Vai, andiamo, andate. A здесь повелите на крайне будет. Va, опять, и падает, и добавляется апостроф. Andiamo, andate. Stare, stai, stiamo, state. Хорошо, а здесь то же самое. И падает, добавляется апостроф. Sta, stiamo, state. Dire. Dici, diciamo, dite. A this, ci padre. Poi dobbiamo dire di, diciamo, dite. E dare budget, dai, diamo, date. Is this? Da, ti amo, date. Poi, eti, piat, glagolos, gli astarova, li zai, di instancisla, tregut, elisiu. E avrò giusto, te che un obbligo. Fa, va, sta, di, da. Обратите внимание особенно на последнее. Да, без ничего это предлог. К, от. Да, с ударением это он дает. Он даст. Это настоящее время, по-русски звучит еще как будущее, но настоящее время из-за видерного наклонения. И да, с апострофом это дай. Отдай! Повелите на корни. Без ничего, с ударением, с апострофом. Разные значения. Это первый это вообще не глагол, это предлог. Другие это третье лицо единственного числа изовитое наклонение, а второе это второе лицо единственного числа повелительного наклонения. Это надо приучить. Yes, это еще по-русски. Хорошо, продолжим чтение по нашему учебнику на следующей странице. Другая девушка, скучно ей, видите? И что говорит? Уфа! По-русски уф, у нас длиннее. Уфа! Mi annoio, scucciaio, mi scusna. Bene. E поэтому Olga, ti viene casa, da? Ascolta un po' di musica. Sì.
Послушаем музыку, чуть-чуть музыку. Бей, будет веселее, да? Окей. Юля. Телефон али амичи. Си? Си? А вот, Наталья, тебе один из этих глаголов. Не с вами. Здесь все не с вами. Си? Си? Идем в кино. Скади, иди. А, ну да. Само себе, да? Си, без меня, иначе будет вени, Бе. Чука, теннис. Си? Поиграть в теннис. Бе. Что угодно, достаточно, что ты убралась отсюда. Бе. Окей. Ольга? Дальше Портолибро. Си? Читай какие-нибудь книжки. Бе. Юлия? Партии per qualche giorno. Sì. Съезди куда-нибудь на несколько дней. Бе. Наталья? Non stare sempre in casa. Sì. Не будь всегда дома. Sì, не оставайся всегда дома. Вот опять еще раз видим, что для второго лица единственного числа отрицательная форма поведения крайней это наречие отрицательное non плюс инфинитив глагола. Жанна? Palestra, съезди в деревню? No, как в деревню? Спортзал. Сомнительное звучание. Vale. Хорошо. Ребят, сделаем вместе следующее упражнение. Упражнение А. Где? Слева у нас есть ситуации, проблемы. А справа уже подсказки, советы в виде поведения и наклонения. Надо только соотнести по смыслу. Первая ситуация. Non so che fare. Я не знаю, что делать. Совет? Leggi un libro. Читай книгу. Дмитрий. Sento freddo. Чувствую холод. Мне холодно. Chiudi la finestra. Bene. А как переводится? Закрой окно. Sì. Bene. Ольга. Ho mal di testa. Sì. Prendo un aspirina. Логично. Бе. Наталья, Юлия. Sono stanco? Sì. Sono stanco, resta a casa a dormire. Bene. Non posso stare. Следующий проблем, да? Бе. Наталья. Наталья. Non riesco a dormire. Sì. Non хочу спать? No, не хочу. У меня не получается спать. Не могу уснуть. No, non vale ancora, romasco. Prendi una vena di soluce, non si sprendi niente. Prendi. Prendi. Allora, dai, пожалуйста, Наталья. Prendi una camomilla. Если вы помните глагол брат, когда речь идет о горячих напиток, значит пит, поэтому все, ромашка следует речь. Бе, Жанна? Vorrei imparare il tedesco. Sì. Frequenta un corso di lingua tedesca. Va bene. Ok. Ребята, сделаем следующее упражнение, упражнение B, которое здесь начинается и продолжается на следующей странице. Где надо, опять то же самое, в смысле, что слева у нас есть проблемы, а справа советы. Здесь, однако, надо заполнить предложения, которые содержат советы, выбирая среди ниже указанных подходящий глагол по смыслу и проспрягая его в втором лице единственного числа. Бе. Читай первую проблему, пожалуйста, Дмитрий. Правна сетимана... Экзамен. Переводи. Через одни выходные. Но через одну неделю. Через одну неделю у меня экзамен. А ты какой совет дал бы? Застрелись? А может быть. А мини радикальный. Беги в студию. Глаголы находятся на синем фоне в конце упражнения на следующей странице.
Allora, если у меня есть экзамен, что мне следует сделать? Учиться. Как учиться по-итальянски? Студио. Студиаре. Учиться, инфинитив. А проспрягай в втором лице 11 числа повелительного гонения. Студиаре – это как лаворare. Лаворare нет. Лаворare нет, потому что я уже стер. Но у тебя ты записал, да? Студия. 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 Хорошо. Бей. Ольга. Треск мозгов. Слушай, мы такие же сидим. Мама, я не торопил тебя, а? Бей. Студия, да? Студия. Лавора, студия. Нам трогали окуляри. Allora, prosti, у Натали сомнения. Ты записала как... Ты лавори. Ты завите на гонение. А, просто лавора. Лавора, это повелите на гонение, поэтому студия. Хорошо? Non trovare occhiali. Sì? Cerca nel cassetto delle scrivanie. Bene, а переводи все. Не могу найти очки. Не нахожу. Не нахожу очки. Sì? Поищи в ящике скрывания это письменного стола, да? Именно. Bene. Юлия. Mi fa male un dente? Sì? Va al dentista? Va? No. No. Во-первых, глагол «andare» нет. Во-вторых, «дал дентиста» к зубному врачу. А здесь «ал дентиста». А, во время. А, телефона. Вот. «Ал дентиста». Sí. Назначать можно использовать «брать». Prende un appuntamento. Va bene. Telefona al dentista e prendi un appuntamento. Bene, Natalia. Che mal di testa. Bene. Non sta... Minutosco. Glagol pravilni. Nomativi nimani. Как образуется отрицательная форма повелительного наклонения для второго лица единственного числа? Non stare. Правильно. Non stare. Non stare troppo tempo. Sì. Davanti al computer. Sì. А это как переводится? Не оставайся долго. Sì. Перед компьютером. Не сиди за компьютером. Не сиди долго за компьютером. Бе. Стай. Си? Си? Ма, ой, ноль, ма, гуарда. Си? Су интернет. Си? Чей сакраменте. Бе, перади. Орарио. Расписание. Знаешь расписание поездов до Милана? До Милана нет, но могу посмотреть. Но смотри. Но смотри в интернете. Sí. Наверняка. Там есть. Бе. Дмитрий. Че Стефано ин каза. Sí. Но ма арива. No, минуточку. Какой смысл? Есть Стефано дома? Нет, но приди. Arriverà fra poco. Он придет скоро. Поэтому... Подожди. А, ну, аспетта. Sì? Аспетта. Arriverà fra poco. Bene. Хорошо. Дальше. Упражнение C. Здесь проблемы показывают нам изображение. А я хочу слышать от вас решение в виде советов. Ольга. Да. Ольга. А, видишь первую проблему? Вижу. Пробка. Пробка на автодороге. Б.
Allora, a ti sta sto savietue savietuješ vaditeljam. Vadite значит ви, второе лицо множественного числа. Prendete un prendete un elicottero. Ah, le возможности. Prendete l'elicottero. Возьмите, si salite с вертолёта. Вертолёт. Elicottero. Prendete un elicottero, prendete l'elicottero. Можем ставить определённый артикул, потому что это вид средств транспорта. Prendete l'elicottero. Niocen. Realistично, no? Vabbè, no, sotto chi. А реалистично только ждать. Смириться. Как будет смириться? Пока они посмотрим, что будет с возвратными глаголами. Пока не надо. Allora, какой совет у тебя по такой же ситуации, Юлия? Andate a piedi. Andate a piedi. Anaka, знаешь, вертолёт, где найдёшь? А вы пьете машины, как вечно. Бе. Ноги есть у тебя. Стате, стате. Стате. А каза. Бе. Хотя бы окошку хочешь открыть или его хочешь сдохнуть? Кондиционируй. Они не у всех. Aperte. Aprire infinitivo con la gola, paetamo. Perché la gola pierva stretta, spegnendo con pie. Apri. Aprite. Beh, cac a acno. Finestra. A caco il suffisso mincito nei formi, show nei pracatili etta. Il finestrino. Il finestrino. Il casno, non so io, eh. Aprite il finestrino. Fumate. Fumate. Con finestrino chiuso. Uscite e fumate. E fumate. Fumate 10 pacchetti di sigarette. Beh, mi è caccia sto. Prendi il coffee. Ma è da un altro da roba che c'è slash niente. Beh, ciao. Dai, starei situazione. Vedi, чувак, ему не очень хорошо, Mini gavrintak. А, кстати, я не показывал эссер авере. Хорошо, закончим упражнение, потом покажу эссер авере, потому что они являются неправильными. Бе, allora, что советуешь? Ты уже говорила? Prendi аспирин. Prendi l'aspirin. Бе, vabbè, Dimitri, оставайся дома. State. Sta, он один, Sta? Sta a casa. Sta a casa. Olga. Va a letto. Va a letto. Бе. Не выходи. Позвоните доктору. Бе, позвони доктору. Телефона. 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 No, no, кому? Ник кому? Кому? Ал? Ал доктор. Другие советы есть? Можем перейти к следующему. Бе, вот это дурак. Хотел быть галантным, а натворил. Разлил вино на скатерть и еще на блузку ее. Ты в комнате разлил. Allora, за спиной ми види спину мужчины. Хотя с длинными волосами, но это мужчина. Хотел налить вино, а разлил вино. Бен, поэтому, совет кому? К нему или к ней? Сначала реши это. Кому? К ней. К ней. А ей что советуешь? Постирать. Бе, allora. Стирать это как мит. Лаваре. Поменять. Камбия. Ла камича. Бе, камича то рубашка. Камичетта. Камичетта. Ла камичетта. Камбия ла камичетта. Бе. Димитрий, ты кому? Снять рубашку. Allora, Annaka не подходит, потому что по-итальянски это местоимённый глагол, и мы это ещё не пройдём потом. Поэтому невозможно сказать это пока.
Иди в туалет. Си? Ин? Ин баню. Ва ин баню. Бе. Ольга. Калмати, не знаю. Мит? Калмати, успокойся. Калма, но это уже... Ну да, я поняла. Просто ничего другого нет. Бут. Бут. Оставайся. Ста? Калма. Sta calma, sta calma. Sta tranquilla. Sta tranquilla, tu ci sei, sta tranquilla. New vivo. New vivo io. Beh. Beh, acca che new vivo e io non ha niente di pacodit, là. Niente, paga niente. Можно убить, да? Можно убить. Non sta so sluggito. Beh, a e Monica cosa sapete ne capite dat? Digi. Beh, beh, va bene. No, beh, acca biegat. Correre. A bieghi? Corre. No? Correre. Corri. 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 Non corre. Corri. Velocemente. Beh. Giulia, tu sto sovieto ci cam di camu. Prasci, prasti prasceni. Prasceni. Chiedere, prasit. Prasit prasceni. Chiedi, chiedi, извинини. Как извини? Scusa, chiedi scusa. Либо perdono, perdono tra i miei prascegni, chiedi perdono, chiedi scusa. Кстати, scusa, это извини, повелительно гонение. Глаголите извинят, scusare, lavorare, lavora, scusare, scusa. Тебе понятно. Бе. Хорошо. Все.